Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей, дети войны, с праздником, дорогие ветераны, с праздником Великой Победы великого народа. Мы обязаны вам всем, что имеем свободу жить, живем на своей земле, на которой сеем и пашем, строим дома, рожаем детей, любим и мечтаем. Но мы обязаны перед историей эту благодарность донести до наших потомков, на наших внуков и правнуков. Существует такое выражение: чтобы лучше услышать, надо замолчать. Вот и я сейчас хочу обратиться с просьбой немного помолчать. Помолчать всем, чтобы услышать вой авиационной бомбы над городом, свист пуль и скрежет танков, чтобы услышать не плач, а стон матери, держащей в руках похоронку, чтобы услышать не детский плач, а писк голодного малыша в холодной блокадной квартире. Нам всем это надо услышать. Чтобы у наших потомков не промелькнула мысль в голове взять фашистский штандарт и праздновать юбилей Бандеры. И мы с этим справимся. Но будет намного лучше, если вы, дорогие ветераны, будете рядом с нами. Здоровья вам, долголетия, здоровья вашим близким, которые рядом с вами, любви и тепла вашему дому. Слава великому народу-победителю! С праздником Великой Победы!